Да все, отлично, утром покатались, вечером собрались, поехали в аэропорт. Нормальный перелет, все успели отдохнуть, я думаю. Позавтракали, да поехали на тренировку. Чувствую отлично себя, поспал сегодня, вот приехал в другую команду, как бы другие эмоции, новые силы, поэтому все нормально. Ну да, конечно, много знаю, поэтому комфортно, в принципе, так привычно. Я бы сказал, установка привычная, арена наступала на ней, поэтому все знаю и впечатления. Только хорошие, воспоминания отличные, поэтому комфорт. Ну, у нас во сколько мы? В 3:45 вылетели. Вот, должны были чуть пораньше тогда. Ну, так, все нормально. Долетели без происшествий. Спрашивали, где там, какие места находятся, да, там, по мелочи, в принципе. Рад помочь, подсказать что-то. Ну, я же целый сезон тут играл, поэтому, как бы, все нормально. Никаких проблем. Отличная атмосфера, в принципе, всегда приезжают в сборную, это такие особенные эмоции, потому что собираешься с ребятами, да, долго не видимся в сезоне, как бы все по своим командным клубам играют, поэтому когда собираемся, так общаемся много, смеемся, как бы все на позитиве проходит, рабочий процесс, и вне хоккея это отличная атмосфера. Да, со всеми знакомы, со всеми хорошо, общаемся как бы нормально. Ну, это как бы, я думаю, такие товарищеские игры, в принципе, кто-то, у кого-то сезон пораньше закончился, да, как бы засиделся дома и хочется, я говорю, и атмосферу сборной почувствовать снова и сыграть за страну свою, как бы, так, кайф, такой гордость, я бы сказал, да, поэтому, в принципе, кто-то больше сыграл, кто-то меньше, в принципе, у кого нету, не было травм, никаких проблем со здоровьем, откликнулся, да, поэтому... Я думаю, это хорошо. Положительно только. Вот первый раз я как бы с высшей лиги, считаю, переехал туда. Поэтому вообще был в восторге от этого. Какие, против кого я играл, с кем играл. Вот поэтому только положительные эмоции. На турнире первое место заняли тогда. В Казахстане вот здесь же. Вот. Да я бы не сказал, как бы мне ж как бы не 40 лет, да. И в принципе все у нас так наравне, у нас нету как бы стариков или молодых. Тем более, что сейчас молодые такие, что как бы сами много чего знают. И я бы даже сказал, что что-то смотрю, да, что подсматриваю даже молодых, поэтому у них можно учиться, да, друг у друга, я бы сказал, учимся. Общаемся все наравне, поэтому отличная атмосфера. Жду увидеть свой номер в составе сначала, чтобы как бы так готовимся, как ко всем, как и сборной России, вот серьезно относимся.